Представляем вашему вниманию дефиле современного костюма. Мадам Баттерфляй. Авторская работа Анастасии Шашиной. Мадам Баттерфляй. Воплощение образа в современном костюме. Столкновение японской и европейской культуры. Может ли любовь давать и обрывать крылья? Чья-то душа. «Ночной житель». Авторская работа Юлии Бушиной. Костюм кокон. Костюм оболочка. Личное пространство, отстраненное от внешнего мира. При создании костюма автор вдохновлялся цветом вечернего неба, когда туман поглощает солнечные лучи заката.
слово на сцену приглашается народный артист Республики Татарстан, директор колледжа музыкально-театрального искусства имени Галины Павловны Вишневской и Московского государственного хореографического училища имени Лавровского Айдар Мансурович Ахметов. Добрый вечер, друзья. Спасибо вам большое за дефиле. Для меня тоже был сюрприз. Хочу вас поздравить с прекрасным праздником, который непосредственно касается нашего колледжа, театрально-музыкального колледжа. И, во-первых, хочу сказать, что мы год не были на сцене, и этот зал был пустой. Вы первые зрители за год, которые посетили этот зал. Ура! Надеюсь, что мы вас еще увидим, что наконец-то пандемия отступит, и мы сможем принимать в полном объеме вас здесь, на нашей сцене и на других площадках. Еще раз с праздником, а всем студентам, педагогам удачи и творчества. Спасибо.